Ну а еще в соцсетях можно найти массу совсем оригинальных рецептов. Я решил проверить, насколько вкусными получаются такие яичницы, и устроил эксперимент. Вместе с позитивным фудблогером, как она сама себя называет, Ириной Баксановой. Всем привет! Первый рецепт из интернета. Яичница песто. На сковороду выкладываем готовый зеленый соус, сверху заливаем яйцом. Получается вкусно. Яйца очень хорошо дружат с овощами. И вот тут мы это видим в наилучшем виде. Базилик, эти кедровые орехи, оливковое масло, яйцо со всем этим — просто праздник какой-то. Обволакивает ваш рот. Точно, язычок, точно, точно, очень точно. Хорошо. Мне очень это нравится. Второй вариант. Перепелиная яичница на шпажке. Повторить это было непросто. В видеорецептах не всегда разъясняются нюансы. Хорошо, что я догадался и заранее отделил желток. Готовую яичницу можно украсить зеленью и капелькой красного соуса. Делать такое долго, но результат получается необычный. Думаю, детям точно бы понравилось. Мне кажется, это топ. Лайк и желток на палочке. Очень хороший рецепт. Красивый, вкусный. И неожиданный, самое главное. А вот рецепт, который мы назвали «желтком в конверте», скорее разочаровал. На практике получилось далеко не так красиво, как было на экране. Ну и настоящим провалом закончилась у нас попытка повторить вот этот интернет-ролик, где белок эффектно взбивается вокруг желтка прямо на сковороде. В нашем опыте ничего так и не захотело подниматься. Миксер еще и убивает явно антипригарное покрытие на сковородке, царапает его. Это катастрофа. Разочаровала и яичница из замороженного яйца. Вроде бы должны получаться красивые ломтики, но трудности начались еще на стадии чистки. Это еще челлендж, как их разбить. Можно ножом попробовать. Нож жалко. Вы слышите этот звук? Помогла горячая вода. Но и резать было сложно, и вкус как-то не впечатлил.